Уморк с партнерами сейчас на льду на площадке у хозяев. Уморк закатывался, но внимательно опекали его мячи в этом эпизоде. А вот здесь контратака, и все-таки открывает счет «Авангард» в этой встрече. На бис исполнен выход на ворота скоростной. Паз с кем-то вот сейчас посмотрим. Вот здесь столкновение. Вот видите, тут как раз, нет, не Бурдасов, а Лемтюгов сбил игрока Уфы. И практически вот это получилось, контратака 2 в 1. Использовали здорово, но на самом деле атака игрока, не владея шайбой, реально была. Бурдасов здорово, кстати, укрыл шайбу от Метлюка, ногой ее закрыл от посягательств соперника и сделал передачу на Хохрякова, который переправил шайбу у ворота.